Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описания этих картин. У исповедника Милорадович Сергей Дмитриевич. Холст масла 65/108. Дата создания 1913 год. Перед зрителем представлена очень трогательная сцена из жизни деревенского прихода. Мы видим интерьер маленькой деревянной церкви с особой атмосферой тепла и уюта. Здесь нет торжественной роскоши городских столичных храмов. Все достаточно просто. Бревенчатый сруб, грубый дощатый пол, застеленный домотканным полосатым половиком, расписанным по деревенским масляными красками дверной косяк, иконы в простых посеребряных окладах и одна большая икона Божией Матери. На заднем плане у иконостаса пожилой сельский священник исповедует прихожанку. Прихожане церкви, обычные крестьяне, они терпеливо ждут в своей очереди исповедоваться, стараясь осознать свои грехи. Каждый размышляет о своем. Пожилая пара о своих трудах и заботах, о будущности своих детей и трудностях бесхитростного быта, молодые девушки о выборе суженого, о своих девических мечтах, ведь впереди еще вся жизнь. Женщина, встав на колени перед образом Богоматери, усердно молится, прося заступницу о мире. Одеты прихожане празднично, так полагалось в деревнях ходить в храмы. Здесь люди чувствуют себя как дома, они наверняка друг друга знают, и батюшка у аналоя для них почти родной отец. Он вместе с прихожанами несет труды, заботясь о своих любимых чадах. Картина создает спокойное и светлое настроение. Она наполнена добротой, милосердием и умиротворением. Написана в 1913 году. Надо сказать, что Сергей Милорадович был сыном сельского диакона, поэтому с детства его жизнь была тесно связана с религией и церковью. Но вот так вкратце о работе Милорадовича Сергея Дмитриевича. Работа называется «У исповедника». Данные из интернета. Пока-пока, до свидания.